Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, Лига мастеров 3 звезды, я награду забираю. Идем, откроем. Подожди, идем, откроем колоду. А колода-то еще не открыта. А я уже награду взял, интересно. Хе-хе. Как это так получилось? Паукус нам выпал. Так, замечательно. Давай-ка мы дальше пройдем серию испытаний по-быстренькому. Ну, наверное, о, кстати, вот сюда и пойдем. Возьму, наверное, Армагона, Макмана, Кожеголового, Кренга и Леонардо. Нам, кстати, нужно будет залечить наших бойцов, потому что у них уже здоровье, так сказать, потрепанное. Ну что, стоите, ждете? Ну, конечно же, Майки начинает тут первым выпендриваться. У них какой уровень? О, ребята, здесь у них, кстати, 80-й. Это самый, по-моему, максимальный уровень, который есть в игре у противников. Я, кстати, выше 80-го не видел. На аренах у нас максималка, по-моему, 79-я идет. 80-ников там нету. Вот такие вот пироги. Ну что же, победа. Заодно сразу быстренько и прошли, и ежедневочку забрали. Так, дальше у нас поднять уровень персонажа. Пойдем-ка мы, наверное, искать нужные нам элементы на Микеланджело. Кстати, давай-ка мы ему, наверное, уровень прокачаем. Вот так вот, 70-ник. И теперь, блин, нам не хватает 12500 нужно мутагена, чтобы прокачать до 6-й ступени. Тогда пойдем здесь искать. 5 ящиков с инструментами нужно найти. Смотри-ка, уже второй. Ну, ящики, они всегда легко ищутся. Так, третий был, четвертый и последний, получается. Сейчас мы его найдем. Вот он. Слушай, ну 5 ящиков с инструментами, это уже хорошо. Это уже замечательно. Так, сразиться в боях. Ну что, давай, наверное, посмотрим. Так, ежедневки, ежедневки. Испытания. Наверное, я все-таки, ребята, буду фармить Рокстеди и Бибопчика. Они мне больше нужны. Тем более, мы прекрасно видели, сколько нам не хватает ДНК. И, кстати, ребята, да, я все-таки сел на больничный. Сегодня пошел на работу, поднялось у меня давление. Температура 39, меня с работы отправили домой. Ну, пришлось, естественно, садиться на больничный. Так что вот такие вот пироги. Ладно, давай. Будем искать. Так, осколки серебряные. Тут у нас 2 доллара. Комикс-чувак. Жетоны. Так, а теперь остались только персонажи. А, нет, еще камень здесь. Маяк. Бибопчика мы вытянули. И Рокстеди забрали, отлично. Так, ну что, будем теперь здесь пробовать. Ноутбук Дона. Так, это осколки. Есть. Так, Бибоп выпал нам. Да зачем мне этот Донни? Дайте мне Рокстеди, пожалуйста. Ну дайте мне Рокстеди. Есть. Шикарно, ребята. Ну и попробуем здесь, хотя шансов, конечно же, мало. С первой попытки. Вот это да, ребята. Вот это Уилсон, да? Вот это нам повезло. В общем, все эти сыр весь отыграли. Подожди, у нас еще осталось хоть чуть-чуть сырка. 7. Ай, тут 8 нужно. Твою же дивизию. Я думал, сейчас пойдем с тобой здесь немножечко хотя бы один уровень забабахаем, но не вышло ничего. К сожалению, ничего не вышло. Ладно, давай тогда здесь потратим последний. А, 2 доллара. Все. Ну и, как всегда, ребята, у нас арена. Что я делаю? Так, у меня 52 ранг, Лига мастеров 3 звезды. То есть, друзья, не слишком сильно меня скинули за сутки-то. Я бы даже сказал, ну, немножечко помурыжили и все. Так, у нас 8 откатов, но я думаю, что нам хватит 8 откатов для того, чтобы обратно забраться в топчик. Причем я, ребята, хотел посмотреть рекламу, а она не смотрится, прикинь. Нет доступных видео для вас, и все. Поэтому ничего я там не смог накопить. А мне бы, по идее, ареночку надо хорошо проходить. Во-первых, ребята, ДНК, не забываем. Тут и ДНК, что я несу-то. Во-первых, этот мутаген мы зарабатываем здесь. А мутаген нам нужен для того, чтобы хотя бы прокачать Микеланджело.
Ты же видел, у него там, да здравствует белочки, можно до 6 ступени. Мы не зря с тобой до 70 уровня его прокачивали. Так, давай возьмем Макмана, Рафаэля, Дони. Дони, так, Крэнк и Майки. Ну что, Майки сейчас, естественно, спляшет свой супер-пупер танец. Давай, Майки, танцуй, весели, уклонение, наложи. И теперь Крэнк. Давай, Крэнкушка, бомбани как следует. Так, там кто-то у нас упал. Это, по-моему, там был Рафаэль, да? По-моему, там Рафаэль был. Первым отдуплился. Ну-ка, давай 30-ю. Yeah. То есть, получается, 3 поединка нам нужно будет еще сыграть, и все. И дело в шляпе. Так, Бакстер кожеголовый. И Ванька. Подожди, и Ванька. И что? Ты думаешь, они справятся? Бакстер так точно не справится, у него инициатива слабовато будет. Вот кожеголовый нормуль. Блин, кашель задолбал, ребята. С утра встает такой дикий кашель, я думал, что грудную клетку просто разорвет. Не откаркивается ни шиша. Стоит все комом. Так, и последнего. На тебе. Все, здесь замечательно. Ну, до Бакстера дошла очередь, но ты видел, когда он ходил уже? Одним из последних. Так, 19-я позиция. И берем вот эту вот команду. Супер Шреддер плюс Зек. Блин, нам еще Зека нужно прокачивать. 100-й уровень-то нужно ему добить все-таки. А мутагена нету. Нет, я понимаю, что ты хочешь сказать. Ты хочешь сказать, что там можно за рекламу посмотреть мутаген. Ребят, я откаты не могу посмотреть за рекламу. Пишут, нет доступных рекламных роликов. Поэтому, да и дают-то всего, по-моему, 15 или 150. Ну, немного. Сущие копейки. Так, по-моему, сейчас кто-то у меня отдуплится, доиграемся мы. Так, Дуни, давай, хиляй. Да, хил, конечно, у тебя вшивенький на самом деле. Ну что, добивай Донателло этого. И будем двигаться дальше. Надеюсь, сегодня у нас, ребята, получится все-таки сыграть в Дракону Саники Улуха, потому что последнюю серию не мог. После обновления прогружалось очень долго и... Короче, ой, что я сделал? Поэтому я не смог, ребята, там нормально отыграть. И надеюсь, что сегодня все будет окей. Она в данный момент у меня запущена, просто закрыта. Запущена в окне, так скажем. Так, ну что? Насколько я понимаю, это у нас последний поединок будет сейчас. С мутагеном, конечно, да, получается фигня полная. Мутагена нам не хватит. Все, шваркнули мы этих ребят. Да и серия получится какая-то у нас коротенькая. Ну и фиг с ним, пускай будет коротенькая, зато продуктивная. Есть. Ну что же, опять первое место, ребята. И... мутагена всего лишь 10 тысяч. А нам нужно 12 тысяч. Так, а мы что, не сразились, что ли? В режиме компании. Так, ладно. Давай тогда искать в режиме компании. На кого мы там? Слэша тогда давай. Это что такое? Фонари какие-то там? Улица разбитых фонарей. Так, один фонарь есть. Второй. Это доска для серфинга. Опять доска. Вот он фонарь. А сколько вообще нам фонарей-то нужно? Ищем. А, еще 3. Раз. 2. 3. 3 фонаря нашли. И 2 еще ящика с инструментами. Ну, как 2? Это относительно 2, потому что у нас ящики с инструментами идут для другого персонажа. Как ты можешь это понять? Потому что ящики у нас идут и на Майки, насколько я помню. 12 500. Блин, ну не хватает. Не хватает, хоть ты тресни. Что можно сделать? О, ёк-макарёк.
Замечательно, это, кстати, очень круто. Я даже не увидел, ребят, что у нас ежедневочка сегодня есть на именно на мутаген идет. Такс. Ну, видимо, вот этого нам и хватит как раз. 300. Дальше идет 600. А нам не хватало там где-то 1000, да? Окей. Давай. Бамс. С одной заходочки Леона кумарил мутагеноида. Так, шикарно. И двигаемся дальше. Тут у нас получается 900. Ух, ё-моё. Тут нормально мы хапнем мутагена-то, если честно, вот по этому событию. Это сейчас 900. Там, по-моему, пойдет уже 1200. И в конце 1500. Должно быть так, по-моему. Сейчас посмотрим. Да, 1200 и в конце 1500. То есть по 300 мутагена за битву нам накидывают. Ну-ка, давай попробуем сами. А тут 40 уровень, фиг ли тут пробовать. Он нам на один зубок. Этот мутагеноид. В принципе, они правильно сделали, да? Бьем мутагеноида, зарабатываем мутаген. Все логично. Ну что ты там, что ты делаешь? Вошкаешься там что-то. Кидает он мне свои сопли, на. Ну вот, ребят, по-моему, все. Больше здесь нам делать и нечего. Да. Итого у нас 16240. Так, ищем майки. Опа. Ну вот, ребят, у вас белочка. Остается только вот это вот прокачать. О, кстати, мы и это можем прокачать. Опа-на, до 3 уровня. С чистого листа. Ребята, у нас... А, 60, просто я что-то 600 думал. Вообще уже приглючило. Так, ну что, давай найдем 4 кошки. У нас не так, конечно, много пиццы. 4. Ой, 4. Раз. Ну, эти кошки, конечно, фиг ты их найдешь. Все. Пицца кончилась, друзья. Ну, что я могу тебе сказать вкратце? Мы с тобой сидим плотненько на первом месте. У нас идет очень даже неплохой фарм наших Бибоп и Рокстеди. Сейчас посмотрим, сколько там еще. О, ребята, Рокстеди и Бибоп. В следующей серии, по-моему, эти пацаны у нас прокачаются на сотку. Это, кстати, очень круто. Ребята, это очень круто, на самом деле. Они будут у нас фуловыми. 5 золотых звезд. А там уже дальше дело только лишь в мутагене будет. В мутагене и, соответственно, в платиновых осколках, для того, чтобы их прокачать в платину. Самое главное, чтобы они у нас были фуловыми. Тут вот дальше есть кого искать. Пит, Роквелл, Рокстеди, кролики. По-моему, это последние у нас персонажи. Вот эти вот, вот эта вот четверка. Последние персонажи остались, которые не прокачаны по фулке до 5 звезды. Ну ничего страшного, на этого скоро накопим, на Пита. Вот с Рокстеди кролик, я не помню, ребят, по-моему, в каком-то событии мы его можем фармить. То же самое касается и Пита. Ну, Пит, он у нас... у нас событие же, по-моему, да? Ани-мутант или как там? Ани-муталити, блин, я уже не помню, как правильно говорится. Ну, битва мутантов. Там как раз Пит, Роквелл, там же и Слэш у нас фармится. А кролики фармятся только в одном, в испытании Техно, насколько я помню. В общем, надо его ждать. Ну что, ребятушки, а на этой ноте я, пожалуй, буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.